Каждая мать уверена в том, что ее сын лучший. Для мамы он герой, который погиб. Убит на войне, которую нельзя называть войной. И ни награда, ни слава не заменят его. Да и нет славы в убийстве людей в чужой стране. Чем похвастается ваш мертвый сын перед мертвыми предками? Стиральной машиной? Люстрой? Снятыми с трупа часами? А с чем останетесь вы? Со стиральной машиной и денежной компенсацией за потерю члена семьи? С могильной плитой, на которой будет написано, что ребенок умер раньше матери. И никто не ответит вам на вопрос «За что?». Вам будут врать и прикрываться святыми целями, которых нет. Но о героической смерти можно и не узнать. Не узнать, где ваш сын и что с ним. Вы будете настойчивы, будете искать и звонить, и требовать, и вам опять будут врать, успокаивая вас рассказами о долге и святой цели, которой не было. Те, чьи дети вернутся, будут бояться смотреть вам в глаза. Те, кто потерял ребенка так же, как и вы, будут делиться с вами враньем, которое вы выучили наизусть. И это не принесет покоя. Потому что есть плита, на которой написано, что ребенок умер раньше матери в бою неизвестно за что. На войне, которую запрещено называть «войной».